Добрый день. Сегодня приехала новая посылка. Стала балл. Новыми товарами. Тут заказы. Человек заказывал кое-что. Ну вот, пленка. Чехол для Shark R5G. Чехол. Здесь он заказал дисплей для этого телефона. Непонятно, кнопка есть, нет. Проверить. Я уж тут не буду ничего отлеплять. Что-то вот это мне не нравится. У меня проверить не хочу. Телефон есть, но все равно проверить. Я его не смогу посмотреть. И это дисплей для Бальмоды. Это я купил для себя. Новенький. На всякий случай. Пускай лежит. В хозяйстве пригодится. Оставим его дома. Это сложим сюда. Еще ему пришло. Еще пришел. Как он? Не помню. Процессор, вот, процессор. Он заказал, тоже пришел ему. Сейчас схожу, отправлю это все. Дисплей, пленку, чехол и процессор. Так, а вот это приехало уже мини. Ну, то есть не мини, а племяннице я решил заказать. Это всем известный Sharp S3. Пленки на нем нет. А вы приклеите. Сейчас зайдем, приклеим. Но он отличается от тех, что покупали люди на AliExpress. У него загрузчик разблокирован. Он версии 6128. У него версия. Сейчас проверим. Чехол такой вот с ним был. Очень даже хорошо. Сейчас сходим за одну пленочку, сделаем на него. Приклеим. Похоже, ничего не сбросил. Искать сейчас. Искать. Где они? Они вверх. Нет. Ладно, потом переведу. Проверим все-таки, что за телефон. Да, версия 6128. 8 Android стоит на нем. 2180. Очень хорошо. Включается звук. Работает. Ладно. Язык поменяем. Это ты провела? Да.
И приехал вот такой же телефон, всем известный S2. Но, скажите, зачем ты его купил? Куда он тебе, зачем он тебе нужен? Но, есть одно но. Телефончик новый абсолютно, комплект полностью весь, с зарядником, ладно, ставить его не буду, с чехлом, с бампером точнее. Но самое это интересное в самом телефоне. Он версии 6128. А вот этот уже надо заряжать. Ладно, так как он пришел со всем этим, поставим его же зарядкой и зарядим. Даже это здесь закрыто. Обалдеть. Все, диод загорелся. Да, как я и предполагал, он разрядился. Ладно, пока он заряжается, мы будем переводить этот, попробуем перевести все-таки. Батарея 80%. Это хорошо. Ну ладно. Сейчас включим переводчик и с помощью переводчика переведем. То есть вот такие вот, ну, такие телефончики пришли. Телефончики, запчасти. Вот. Если что-то кому-то надо, пишите. Оставляйте свои контакты, свяжемся. Это тоже телефончик. Можно сказать, в идеальном состоянии. Вообще. Вообще чудненький, хорошенький. То есть у меня вот у самого есть такой, тоже 628, недавно я его купил. Очень хороший, мне нравится. Ну, решил предложить племяннице. У нее 4 на 64. Думаю, даже внешний вид у этого лучше будет, чем у нее. Ну, работает вроде нормально. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. До свидания.